Сегодня в Министерстве внутренних дел республики рассказали, в минувшем году преступники нанесли ущерб более чем на 2,5 миллиарда рублей. Благодаря сотрудникам силовых ведомств вернули почти все. Дело на 1,5 миллиарда, о махинациях с пластиковыми картами скоро передадут в суд. Одно рассматривается сейчас, в нем замешаны банковские служащие. В Ахитовском суде в настоящее время идет процесс также по достаточно громкому делу по обвинению Николаева, который, будучи руководителем и владельцем нескольких фирм с помощью двух работников советского отделения Сбербанка, погрел руки за счет этой организации на общую сумму 2 миллиарда 300 миллионов рублей.